Всем здорово, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим Брайна. Давно его не смотрел, давно я вообще на канале не появлялся. Причина всему этому — снег и болезнь. Вот. Ну а теперь поехали смотреть видос. Сегодня у нас моя мама пробует VR. Ну то есть не моя мама, мама Брайна. Я буду смотреть на маму Брайна, которая пробует VR. Погнали! Еее, шутки про говно! Привет, ребята, с вами я, Брайан. Ну, типа, он появился, и поэтому шутки про говно. То есть это как бы тонкая ирония на тему того, что он говно или что? Не смешно. Сегодня определенно будет за... Извините, что я смотрю туда, просто там пирог стоит. Как на него не смотреть? У него камера лучше стала. Так получилось, что я приобрел себе... Он купил такую же камеру, как у меня, по-моему. Потому что я узнаю ее, либо у него камера улучшилась. По-моему, у него камера. И так получилось, что я потратил на это свои последние деньги, и теперь... Я хочу VR! Если кто-нибудь хочет купить у меня рекламу, звоните. Я готов продаться за VR. Я очень хочу VR. У меня мечта о VR. Мне снится VR. Понимаешь, насколько все плохо? Последние деньги. Теперь я не знаю, как буду платить за эту квартиру. И, возможно, в следующем видео я уже буду делать влог с помойки. Для тех, кто не знает, это VR. Что расшифровывается как Virtual... Да, именно так. Это такой шлем, который ты надеваешь и можешь видеть много всяких различных прекрасных вещей. Ну, честно, обычно... Много прекрасных... Почему мне сразу вспомнился мои комментарии и Twitch? Там много всяких прекрасных и не очень вещей можно найти тоже. Кто-нибудь смотрит порнуху? Я не пробовал. Кто смотрит порнуху в VR? Так вот, я накачал сюда. Порнушка в VR? Ну, это отвратительно, я бы такого никогда не делал. Очень много прикольных игр, таких как падение с небоскреба и так далее. И как вы уже, наверное, поняли по названию видео, я хочу дать поиграть с этим шлемом моей маме. Ну ладно, не буду вас томить. Нормальная я тема. Сейчас надо ожидаю бы тоже маму, так сделать. И... Надеюсь, она меня не убьет после этого. У него реально камера стала лучше. Ну что ж, с какой же игры у него мама с такой стойки, будто она готова им пизделей дать за это. Она, знаешь, как бы понимает. Понимает, что ее сын подписал ее на какую-то туфту. И она такая, сынок, ты огребаешь. Я так же сделаю. Мне кажется, я... Не, ну мама у него классная, кстати. Ну, как-то мне в это трудно вериться. Да? Ну, что я прям вот так буду орать. Я когда в первый раз попробовал VR... Короче, рассказываю. Был VR. Мне в VR, я в другом городе был, я попробовал VR, мне одели наушники, очки, я думал, что это не даст мне ничего, я думал, я не испугаюсь. Я вот так вот одел VR, я ногнутый, потому что очень большой. Я одел VR, я реально поверил, что я там. И там была такая херня, что ты катился на катушке. Я вот качусь такой, и вот так вот стоя, блядь, чуть не падаю нахуй. Ко мне подошли какие-то рандомные мужики, ну, там есть два мужика на подхвате. Они меня держали, но я настолько здоровый, что я мужиков повалил и одного из них избил. И все это в то время, как я в VR сидел, понимаешь? Реально, VR на меня очень классно действует. Если хочешь, купите рекламу. Че ты ржешь? Где это говно? Не говори при мне плохих слов. Это вот вы, это вы в комментариях. Итак, начнем с... Не говори про мне маты, меня. Игра «Американский год». Нет, мама меня побьет. А, нет, я боюсь американцев. Да нет, на меня это вообще никак не подействовало. Конечно, после «Дива острова». Ну, по сравнению... Ладно. Слушай, Брайан, не в обиду тебе, братан. Ты классный, вопросов нет, там все такое. Фанфики по тебе пишут, да? А есть ли фанфики по маме Брайана? Я не хочу смотреть на фанфики без рофлов, но просто настолько ли человечество унизилось? Не знаю, чтобы делать фанфики по взрослой женщине. Я надеюсь, что нету. Я надеюсь, что нету, честно. Ну так вот, Брайан, сделай, пожалуйста, видос, чтобы вот чисто мама была. Мне вот нравится, как она подает материал. А соседи не будут стучать нам в стенку? Да нет, я тут такое ударяю. Загрузка. Здорово. Не, Максим, останавливай! Не можно держать руку за руки. Да, так ты немного... Максим, нет! Когда мама Брайана смешнее самого Брайана. Максим, стой, не надо мне это делать. Да все нормально, даже не страшно. Чисто видос, где сын угорает над мамой, которая боится. Это смешно, но страшно. Ходи по сторонам. Ситуация смешная, но страшная. Я вижу деревья, парк. О, вот это страшная тема. Вот там я уже проснулся.
за это нельзя так легко надеяться. Ю-ху! Слушай, а классно, мне понравилось. Это не страшно. Максим, нет! Шо? Слушай, а голова приехала. Да за что ты приехала? Я дошли. Меня дожди! Бо! Первый... Дебильная шутка, я не знаю, почему меня это смешит. Да нормально. Первый раунд прошла. Фу, меня укачало. Там просто вот это. И вот, когда вот и так вот это. Просто нет, а когда она вот так начала, вот так вот. О, ну я все понял. Ну что, мама? Ответь мне на вопрос, боишься ли ты высоты? Как ее боюсь я, да? Не, боюсь. Ты не боишься высоты? А я боюсь. Ну, я не особо. Я, знаешь, я настолько высокий человек по жизни, как бы у меня рост 2 метра 40 сантиметров, я настолько боюсь высоты, что я боюсь смотреть вниз, понимаешь? А где я в Нью-Йорке? Настолько здоровый. А что такие птицы-то страшные летают? Нормальные птицы. Осмотрелась? Ну, как? А теперь иди назад. За тебя лифт, повернись. Заходи. Оу, май, я знаю, что это за игра. Справа, видишь все кнопки? Я видел. Нажми на плен. А чё напугается лифтов-то? Мысли... Подожди, куда я поехала, Макс? Да ты пока никуда не едешь. А, он хочет, чтобы она шла? Да еду же! Ну едешь, но пока ничего такого. Вот смотри, я бы думала... А-а-а! В общем-то, тебе нужно пройти по этой дочке. Там вертолёт ко мне летит, ай да, сюда. Я тут, ай! А может мне уйти? Да, согласен. Мама реально лучше лесплочек, чем Брайан. Иди. Нет. Должна. Нет. Ты подписала контракт в съемках моего видео. И что, я должна туда встать и... Сын заставляет маму идти по планке вперед к смерти. Страшно. Максим, я сегодня не буду спать. Это слишком для моей психики. О, а там ветряные мельницы. Да, согни к ним. Только чуть что, не бросай шлем на пол, ладно? Столько. Почему? Ну, вдруг тебе так захочется. Нет, а почему не бросать? Ну, а зачем его ломать? А он ломать? Что-то у меня зацепило в левую. Ну, это дощечка. Да? Нет, я не пойду! А, я назад не хочу! Я б не пошел. А, я назад я б не пошел. Она скрипит! Я почканул. Это дощечка из дерева. Так. Мне надо включить мозг. Это виртуальное. Это пиксели. То я тоже так себя успокаивал. Это дощечка, это же пол. Да, я тоже себе так говорил, знаешь, это пиксели, не бойся. А в это время мозг, блядь, ты сдохнешь сейчас! И я из-за этого орал. Ну и побил мужика. Ну потому что о чем? Это ты убедишь, а твоя вестибулярка тебя не послушается. Ну да, но мне не нужно. Давай я тебя буду придерживать, так легче стать. Во, нормально. Тебе туда прошла? Да. Нет, я поняла! Я только перейду вот эту голубую линию, и я... Нет. Блин, ты когда упадешь? Нет! А если... А если упадешь, это страшно? Нет! Я бы не пошел. Ты гад! Я сцепло. Ой, то есть, я пошел. Подожди. Всё, я тебя раскрутила. Дай объяснить. Ты упадешь только в том случае, если ты криво пройдешь, то есть направо или налево. А если ты прямо туда-обратно пройдешь, ничего не произойдет. Ну, где? Нет. Там уже... Страшно. Ты меня специально шевелишь в бок. Да я ничего не делаю. Ты делаешь, ты шевелишь меня в бок. Я просто стою. Ой, все, мне уже тошнит от твоей виртуальной реальности, реально. Меня тошнит от твоей виртуальной реальности, реально. Зачем? Как? Охренеть! Охренеть, не вестибулярочка! Серьезно, я когда это делал без рофлов, я правда, мой мозг говорил мне, что я падаю. Мой мозг говорил мне, что я падаю, и я вот так вот нагибался. Я не знаю, как это работает, но я правда верил, что я падаю, у меня офигевало все. Да. Ты дурак? Ну так это специально так сделал. Гад вообще. Издеваешься, мать. Матерью. На, забери свои наушники, забери свой шлем. Все или еще какая-то игра? Еще. Да. Еще хуже. Ну она не с высотой связана. Еще а хуже. Чем? А ты боишься пупов? Давай. Итак, следующая игра. Блин, идем мама классная. Не отпускай. Говорит тебе о чем-нибудь? Не отпускай ребенка погулять. Тебя, например. Справедливо. Это мои руки? Ой, что такие страшные. Ну это не твои прям. А чё без маникюра?
В общем, суть в том, что ты должна зажать две клавиши на ноутбуке и не отпускать их до самого конца. А, я знаю эту игру. Ты должна зажать, смотри, вот эту клавишу и не отпускай с этого момента. А второй рукой эту клавишу. Все, и теперь не отпускай. Мухи какие-то, фу, я хочу махнуть руками. Ты не ой, Максим, ой, фу, кто тут насрал, только мух вокруг. Это дом Брайана. Он же рассказывал, что когда мама не приходит, он не может ничего убирать. Вот как бы и вот что происходит, когда мамки дома долго нету. Я уже готова проиграть. У меня так же. У меня так же, Брайан, я шарю. Максим? Что? Дверь открылась. Ой, Максим! Да он тебе ничего не сделал. Здорово. Как он мне ничего не сделал? Просто милый динозавр. Он правда миленький. Чего его бояться? Он ко мне идет! Да миленький! Шаван! Дверь забыл закрыть. Да он классный, смотри, подошел к тебе такой динозаврик, такой, и все, что его бояться, он классный. Максим, нет, можно я отпущу, мне уже страшно. Опасно, пауки. Посмотри на стол, может там кто-то. Да посмотри на стол, пока ничего страшного. Посмотри на стол. Я вижу, он ползет! Я не вижу. А, теперь. Что за звук? Максим, мне что-то в уши залез. Паук. Что он жрет там? Вот это вот прям звуки, которые я слышу, когда читаю комментарии. Вы не матерись! Вот они у меня почему-то превращаются вот в такие вот звуки. Мои стервы ушли, что ли? Или мозг. Они что делают? Да, просто летают. Что да? Они меня сейчас мозг такое? Распилят. Они просто кружатся, они хоровод водят. Чего они так быстро кружатся? Ну, хоровод водят. Темно. Okay. I give up. А сейчас что-то будет. Он говорит, что он сдался, но попробует еще кое-что. Смотри вниз. Убери его! Не, я удивлен, что у него мама прям не орет. Мне кажется, если я мама ей бы дал, она прям орала. Он зацепился. Ну да. Мне такое ощущение, что тот, который уполз, как будто бы по мне ползет. Да. Любите пауков? Напишите в комментах, любите ли вы пауков. Ну, прям какая вот из трех игр тебе не понравилась больше всего? Высота. Одинокого, наверное. Ну, горки, кстати, легко. Горки классные. Нет, вот пауки, наверное. Все-таки, ой, у меня прям ощущение, что вот он куда-то там заполз и это... И сидит, живет себе. Все, я выполнила свою вот тут... Роль? Ты мне, да. Можно домой? Алёша, конечно, видео много. Можно домой, пожалуйста? Ну, потому что если бы это была реальность, я бы так же орала бы. Просто... А динозавр-то какой? Реалистичный? Конечно. Серьезно. Чё это? Его из квартиры выгнали! Его из квартиры выгнали после этого! Зовите его другая хата. Потом мама такая, типа, ну, сынок... Мы, конечно, с тобой сняли видео, это все было здорово, но выметайся из моей квартиры, ты мне больше не сын. Вот после этого динозаврика-то. На самом деле, когда мы с моим другом первый раз играли с этим демом, у нас была с ним практически точно такая же реакция, как у моей мамы сейчас. Так что да. Собственно, ребят, на этом конец этого видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Вот, я думаю, если я сейчас опущу комментарий, будут комменты про то, что у Брайана усы! Если так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, you know. Пишите в комментариях, что думаете об этом видео. А я вот сейчас напишу, что я думаю о своих соседях. Но с вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока! А, вижу твой глаз. Даже закрыть камеру не смог. Ну-ка, проверим. Все снимают видео с второй половинкой, Брайан с мамой. С мамой круче, я тоже с мамой снимаю. Брайан делает все, чтобы не снимать скетч. Что? Ни одного комментария про усы? Лол? Так, братцы, вы у меня одни, что ли, такие? Почему, если у меня есть усы, вы все об этом пишете? Типа, а, у него усы, он пытается отрастить бороду, комплексует из-за того, что у него небольшая борода, а у него не пишете. Почему вы у него этого не пишете? Ну, не вы, другие люди. То есть вы у меня особенные, да? Вы у меня реально особенные. Следующее видео смотрю порноху на VR. Да, вы у меня особенные. Горжусь вами. Угу. Мы особенные. Вот, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся с тобой в следующих сериях. Пока-пока-пока, до скорого.